Добрый день, зрители моего канала. Сегодня у нас небольшое нововведение по просьбе пользователей. Я создал вот такое вот устройство. Это устройство LUTS с модификацией на два мотора. Сегодня хотел бы сделать небольшой обзорчик данного устройства, что и как, для чего и почему. Прежде всего, с описанием. Здесь у нас полноценный приемник стоит. Трехканальный. И можно вполне нормально, полноценно работать. То есть все скрыто внутри. Размеры 5×5 и высотой 3. Питание. Жду разъемы другие, XT60, но в принципе GXT вполне разъемы подойдут. То есть они достаточно мощности через эти разъемы. И соответственно сегодня хотел бы вам показать, на что способен данный блок. Вернее, данная модификация. Подключаем моторы. Включаем. Здесь есть индикация будет гореть. Вот, сейчас уже привязан. Лампочка моргает. Как только включаю пульт, лампочка горит постоянно. Так. Здесь у нас первый канал. Вот, все работает. Третий канал полноценно. Ну и второй, соответственно, тоже работает. Сейчас. То есть вот второй канал. Убираем гексерму, ставим моторы. Вот два мотора. Режим работы. Моторы, соответственно, включены зеркально. То есть на правый, левый борт. Что интересного есть в этом блоке? Видите, я думаю, эту замечательную красную кнопочку, которая очень хорошо заметна везде. Выключаем. Нажимаем кнопочку. И она переходит в режим отжатый. То есть выключенный. Включаем снова блок. И теперь данный режим у нас представляет собой танковый режим работы. То есть при полном газе, пожалуйста, поворот влево-вправо. То же самое режим микширования каналов. Переход из одного режима в другой происходит с помощью отсоединения питания, обесточивания. Нажать кнопочку. И они блок перешел в стандартный режим работы. То есть, пожалуйста. Разъемы подключения у данного блока. С одной стороны два отверстия, и с другой стороны здесь три отверстия. С этой стороны отверстий нету, здесь блок по плата драйвера и, соответственно, приемник. Приемник можно поставить сюда и четырехканальный под новую аппаратуру. В принципе, ничего не мешает. Возможно, только некоторые изменения в выводе кнопок. Ну, на этом все. Всем спасибо.